Будьте добры, откройте. Кто такой? Я не здешний, мне только дочь переждать. Фамилия? Фамилия? Белорецкий. Граф Белорецкий. Можете переодеться. Хозяйка вас приглашает к ужину. Простите, я, к сожалению, не знаю, в чьем доме нахожусь. В имении Болотной Ялины. А хозяев вам стыдно не знать. Это Яновский. Неужели не слыхали? Я хозяйка. Хозяйка Болотных Ялин Надежда Яновская. Садитесь. Извините, я должен был представиться раньше. Меня зовут Андрей Белорецкий. Я изучаю фольклор северо-западного края. У меня есть свидетельство Академии, письмо губернатора. Скажите, Вильно и Минск – большие города? Да. Но Москва и Петербург больше. А правда, что там на улицах всю ночь горят фонари? Должно быть. А я вас видела раньше. Где? Не помню. А вам не приходилось испытывать подобное? Как будто все это уже было. И эта ночь, и гроза за окном, и вы точно так прятались от дождя, а я подглядывала за вами. Когда это было? Не помню. А может быть, во сне? В медицине это называется дежавю. Такое ощущение, как будто вы это уже видели. Знаете, так бывает. Вы собираете народные песни? Главным образом легенды. Старинные легенды. Легенды. Да. А зачем они вам, наши легенды? Вся эта грязь, порожденная разумом дикарей. Но это моя профессия, мое увлечение. Господи, каких только увлечений на свете не бывает. Говорят, некоторые даже коллекционируют змей. Игнатий Гацевич, управляющий. Прошу вас.
Пан напрасно обижается на хозяйку, ибо, переступив порог этого дома, пан проявил непростительное легкомыслие. Что касается меня, то я, к примеру, стараюсь даже не есть с хозяйкой за одним столом. Помилуйте, от чего же? Пан действительно ничего не знает? Нет. Ваше счастье. Знаешь ты, крутые берега, желтые пески, белый горючий камень. Обмой сраку Божьей надежды, все хитрые плитки, уроки и призоры, скорые болезни, щепоты и ломоты. Сиротинушка, голубушка ты моя. Выходи, нечистая, из тела белого, изнутра, из костей, из суставов, из ребер, из жилок. Уходи в ледяные ключи, в черные грязи, в болота топучие, где птицы не летают и скот не бывает. Выходи, нечистая сила, выходи, нечистая сила, прочь, 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 нечистая сила, прочь, прочь, нечистая сила, прочь. Сегодня у нашей уважаемой хозяйки день совершеннолетия. Не удивляйтесь, что гости собрались утром. Жители наших окрестностей не рискуют выходить из дома после захода солнца.
многоуважаемый пан опекун Гринь Дубатовк и пан Олесь Ворона. День добрый, панове! Что вы такие грустные, как мыши под шапкой? Беда только рака красит. Добрый день, Донечка. Ой, ой, какая же ты у меня стала ладная да красивая, лежать всей Беларуси у твоих ног. И пусть на мне старом греховоднике Люцифер на том свете смолу возить будет, если я не буду через месяц на твоей свадьбе горелку из твоей туфельки пить. Только что-то глазки грустные. Ничего, сейчас развеселю. Эй, Антон, темная душа. Гришка, Петрусь. Вот, положишь в спальню, у тебя там дует. У всех Яновских ноги были слабоваты. Ну, ничего, ничего, мы люди земные, грешные обжорством и пьянством. Но если Господь Бог разбирается в душах, то сейчас отец твой, правда, он чаще обходил стороной церковь, а не корчму, то сейчас отец твой сидит там на небе и ангелов слушает. И глядит он в очи бедной жене своей, а моей троюродной сестре. И глядят они на тебя и видят, какой ты королевой стала. Скоро замуж. Да и мне легче будет. К дьяволу это опекунство. Но все-таки не слишком торопись. Да, сейчас еще подарки. Эй, Василь, тащи. Вот, древний наш убор. Настоящая, не какая-нибудь там подделка. И, наконец, последнее. Ну-ка. Толкнуть человека не извиниться, достойно ли это настоящего дворянина? Это вы мне? Вам. Настоящий дворянин – это прежде всего вежливый человек. Извините, мы с вами даже не знакомы. Я вас не знаю, знать не хочу. Вы разговариваете с человеком, который привык драть за уши разных там парвеню. А вы не подумали, что разные там парвеню могут господа, и сами надрать вам уши? Господа, успокойтесь. Пан Белорецкий, пан Ворона, не надо. Щенок, так оскорбить Костя. Ты что, не видишь, с кем завелся? Это тебе не наши шуты с куриными душонками. Это мужчина, не чета теперешним сморчкам. А теперь проси прощения у хозяйки, слышишь? Ничего, ничего. Извините, я без церемоний. Андрей Светилович, студент. Белорецкий. Вернее, бывший студент Киевского университета. Как и вы, недавно приехал сюда.
Точнее, вернулся. 5 лет не был в этих местах. Господи, какое убожество. Это что, начало праздничного тоста? Нет, это я серьезно. Здесь никогда не было настоящих властителей дум. Может, оно и к лучшему. К лучшему? Взгляните. Ха, смотрит. На вас смотрит. Они тут все заодно. Вот этот Юркевич Савва. Я бы с ним коня не поставил в одном стойле, опасаясь за конскую мораль. А? Мадам Хоболева. Уездная мисс Салина. А это Асанович. Свел могилу крестьянскую девочку. Несчастные здесь крестьяне. Забитые нищие. И в руках такой дряни. Съездился старый конь, ничего не скажешь. О, пошлют меня скоро к Абраму на пиво. О, ну а ты чего стоишь? Иди-ка сюда. Добрый бы из тебя шляхтич получился. 100 лет назад. Только интересно мне знать, серьезный ты человек или шлапай? Ну вот что, хлопец, приглашаю тебя, любенький, к себе в гости. У меня хата интересная, без всяких там заморских штучек. Тебе очень любопытно будет. Да нет, я, к сожалению... Никаких отговорок. Да какие могут быть разговоры? Чтобы гость болотных елин, с собой хорош, очи стальные, руки крепкие, и не побывал у самого старого Гриня Дубатовка. Да быть такого не может. И ты тоже приезжай. Нет, дядечка, спасибо, я останусь дома. Губит она себя. Ну, а тебя я жду. Смотри мне. Спокойной ночи. Обморок. Сильное нервное переутомление. Холодно. Это страшный проклятый дом. Он высасывает из человека жизнь. Старый парк на 4 версты.
и на весь дом 3 человека. Я старуха и управляющий, а вокруг только мрак и болото. Слышите? Слышите? Это маленький человек. Это снова он. По мою душу. Кто? Это маленький человек болотных елин. Он появляется, когда кто-то должен умереть не своей смертью. Перед смертью отца он приходил. И недавно, 2 раза. Опомнитесь. Призракам не место. Век пара, электричество. Ошибаетесь. У нас призраков больше, чем живых людей. Для вас тут поистине заповедный край. Пан управляющий. Пан управляющий. Расскажите пану Белорецкому про глупую женщину. Успокойтесь, прошу вас. Ну, расскажите. Ну, извольте. История о голубой женщине рассказана в старинных семейных преданиях этого рода. Когда ее в 1501 году тянули на плаху, она крикнула: «Кости мои не успокоятся, пока, пардон, не сдохнет последний змееныш этой породы». Вот. Дальше. Извольте. 100 лет после того от нее не было никакого спасения. То чума, то отрава в кубке, то смерть от ночного кошмара. Все. Нет, не все. Недавно ее видели снова в нашем доме. Видели все, не видела только я одна. У нее обычай такой. Показываться другим, а тем, кому нужно, только в смертный час. Знаете, наши предки верили в упыри, волколаков, черт знает что. И всегда находились люди, которые утверждали, что видели их своими глазами. Но из моих предков, кажется, никто не умер своей смертью. Вот, этого в красном плаще живьем отпели в церкви. Нашу дальнюю родственницу Достоевскую приговорили к смертной казни за покушение на жизнь пасынка. А вот этот в бобровой шубе замучил до смерти своего троюродного брата. А отец, мой отец... Он был атеистом, но в маленького человека верил до того самого дня, пока его не доконала дикая охота. Я знаю, что погибну, и понимаю, выхода нет. Маленький человек, голубая женщина и дикая охота. Она убьет нас, дикая охота короля Стаха. Вот, король Стах. Король? Во всяком случае, так его называли в этих местах. Говорят, в его жилах действительно текла королевская кровь. Выдающаяся личность для своего времени, между прочим. Сочувствовал холопам, грозился реформу произвести. Это, учтите, 1602 год. По всей округе крестьяне приносили ему присягу. И только дальний предок нашей уважаемой хозяйки Роман Юновский-старший засел в замке, в котором мы с вами имеем честь находиться, и отмалчивался. Вот он, Юновский-старший. Король Стах приехал к нему. В знак дружбы они смешали в кубке свою кровь, выпили ее, облобызались, и после удачной охоты на болотную рысь устроили ночной пир в лесу. Когда все охотники, кроме короля, заснули, Юновский взял меч 2 руками, вот так. Подошел к королю Стаху и изо всей силы ударил его в затылок. Король Стах упал. Да, упал лицом в траву, но последним усилием поднял голову и посмотрел в глаза Роману. Тот снова ударил его. Люди Романа Юновского тем временем перебили сонных егерей короля Стаха, привязали их к коням и пустили вскачь вместе с королем. И помчались окровавленные всадники прямо к болоту,
не разбирает дороги. В теле короля Стаха еще теплилась жизнь. И долго еще с темноты доносился его голос. Мы не умрем. Мы придем к вам. И к детям твоим. И к внукам твоим. Я и моя охота. До 20-го колена будем мстить. Безжалостно. И никуда вы не скроетесь от нас. Через 2 недели после того с приближенными Романа Яновского стало твориться что-то неладное. Вы знаете, кто сошел с ума, кто пропал без вести, кто утонул в болоте, все погибли. Настала очередь Романа Яновского. Однажды возвращался он через Вереевскую пустошь домой. Тускло светил месяц. Вдруг до него донеслось пение рога, и появились смутные тени всадников. Гривы коней развивались на ветру, перед кавалькадой бежали гепарды. Впереди всех скакал освещенный месяцем король Стах. И горели глаза и людей, и коней, и гепардов. Молчаливые всадники преследовали Романа Яновского. Казалось, что кони летят по воздуху. Пел дикий вереск. Месяц молчаливо взирал на эту погоню. Дикая охота, дикая охота, дикая охота, закричал Роман Яновский таким голосом, что его услышали жители окрестных деревень. И сердце его не выдержало. Так погиб Роман, и сын его сына. С тех пор многие видели на торфяных равнинах 13 привязанных к седлам всадников во главе с королем Стахом. Не разбирая дороги, мчится дикая охота по гиблым болотам, по лесу, по вереску, и будет скакать до тех пор, пока существует белый свет. Помилуй нас, Боже. Ну что, пан, прошу прощения, думает об этом. Слишком много чертовщин для одного дома. А что вы скажете, если я сообщу вам, что видел ее своими глазами? Дикую охоту короля Стаха. С вашего позволения. Через 300 лет? Именно. И вам не стыдно пугать подобными роскознями женщин? Вы были трезвы? Я не пью. Сейчас, слава богу, 1900 год. Это не роскозни. Это серьезно. Слишком серьезно. Я человек вольнодумный и, признаюсь, атеист, как и всякий, идущий в ногу с нашим высокообразованным веком. Но в дикую охоту я верю. Да и странно было бы не верить. От нее вымер почти весь род Яновских. Маленький человек, голубая женщина. Еще дикая охота. Обложили изнутри и снаружи, чтобы он сгорел, этот дом. Не кощунствуйте. Я, откровенно говоря, не верю. Ни в маленького человека, ни в голубую женщину. Но их все видели, и вы тоже. Я? Не видел. Я слышал. А природа звуков нам неизвестна. Может быть, это был акустический обман или слуховая галлюцинация. Она видела. Она. Знаете, я не склонен ей верить во всем. Она, словом, ее бедная головка, по-моему, не выдержала всех этих ужасов. Она, мягко говоря, человек своеобразный. В психическом отношении. Ну, не всем же быть героями. Я, откровенно говоря, боюсь. Боюсь этой осени. Уже 3 дикая охота появлялась под этими стенами. Теперь вы понимаете, что вам нужно как можно скорее покинуть наш дом. За этими окнами дежурит смерть.
Но не буду вам мешать. Всего хорошего. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. Смотрите, угораздило же выбежать сюда. Снегом эти деревья первыми засыплет и ветром сломает. Мне они почему-то напоминают людей. И люди вот так вот идут. Идут на дыбу, на эшафот. Знают только, что человек должен жить по-другому. Нельзя ему обещать райские кущи. Дайте ему счастье сейчас. В этой жизни, под этим пасмурным небом. И мужество у них больше, чем у Христа. Они знают, что не воскреснут после распятия. И Калиновский знал, и Гриневицкий, и Софья Перовская. Женщина немыслимой красоты. Такую красоту и грязной веревкой за шею. С такими людьми хоть на одном крюке ребром повисеть, чтобы никогда только не мчалась над землей эта дикая охота короля Стаха. Охота короля Стаха. Это варварство в душах людей. А с нею страх перед собственной тенью, темнота, безумие, смерть. Это всепожирающий молох, который губит все лучшее на нашей земле. Высасывает из нее все соки. Как из этого дерева. Кто это? Вы знакомы? Это вдова пана Кульши. Кстати, тетка Надежды Яновской и ее прямая наследница. А. Да-да. Если с Яновской что-нибудь случится, дворец перейдет к ней. Или к Дубатовку. Он ведь троюродный дядя, опекун, душеприказчик и вообще черт знает кто. Что вы имеете в виду? Я сейчас никому не доверяю. В том числе и этому кучеру, который слишком печется с некоторых пор о своей хозяйке. С тех самых пор, как исчез ее муж. Я, признаться, и вас подозревал, вернее, начал подозревать, да вовремя опомнился. А что? Ваше присутствие в доме могло показаться двусмысленным кому угодно. Послушайте, а почему бы не предположить, что король Стах — это вы? Я? Да. Да-да. Сейчас вы, что называется, пускаете пыль в глаза, делаете вид, что кого-то подозреваете, а сами... Пан Белорецкий. Белорецкий.
Белорецкий! Где вы? Белорецкий! Где вы? Пан Белорецкий! Где вы? Ваше счастье, что пуля не задела кость. До свадьбы заживет. А вы говорили, что король Стах – это я. Пани хозяйка, позвольте пригласить к столу пан управляющего. Пан управляющий, не откажите в любезности, разделите с нами вечернюю трапезу. Благодарю вас, я уже отужинал. Thank you.
проходите. Прошу прощения за столь поздний визит, но я позволил себе предположить, что вы еще не спите. О, извините. Решил удовлетворить свой, с позволения сказать, аппетит. Пожалуйста, пожалуйста. Что, что? Есть в присутствии такого грязного пана я не могу. Вы никогда не замечали какое-то неприятное зрелище, когда человек питается? Отвратительные. Такие минуты у людей наиболее сильно проявляется сходство с каким-нибудь зверем. Один глотает, как лев, другой чавкает, как те небезызвестные парнокопытные, которых пас голодный сын. Я никогда не ем на людях. Никогда. Я слушаю. Скажите, вам известно о существовании тайника в старом крыле дома? Тайника? Именно. Весь наш дом своего рода тайник. Вы имеете в виду... Я имею в виду замаскированное помещение с потайным входом, которым, извините, которым, возможно, прячется пятый обитатель этого дома. Не знаю. Где-то должен быть секретный архив Хиновских. Но где он? На плане дворца его нет. Не знаю. А что, вам удалось обнаружить тайник? Нет. Ну, не исключая возможности его существования. Не обязательно. А теперь, к примеру, каждому гимназисту известно, что знаменитое привидение дворца Любомирских, Дубровни, оказалось просто-напросто старым сосудом с золотыми монетами ртутью. Какой-то шутник замуровал его в печную трубу. И стоило только дневному зною смениться ночной прохлад, во всех комнатах второго этажа начался дикий лязг, возня. Я уж не говорю о традиционных голосниках, столь распространенных в средние века. Когда хозяин свободно мог слышать в своих покоях, о чем говорят слуги или гости. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, извините, что такому образованному человеку, как вы, не к лицу принимать акустические фокусы за сверхъестественные явления. Нет. Карает тех, кто сгоняет людей с земли. А кто согнал? А родители где? Убили. Убили? А кто убил? Кричали, плакали, не хотели идти. А ночью пришла дикая охота короля Стаха и затянула нас в болото.
тех, кто кричал, они пропали, а больше никто не кричал. Дикая охота? Мой муж живым вознесся на небо. Первым из людей после Ильи пророка. Роман Яновский попал в преисподнюю. Это все. Вы мне очень напоминаете моего покойного мужа. Прошу вас. Я давно жду вас. Дело в том, что мой раб Рыгор оказался душителем. На подобии синебороды. Вы помните, мы с вами читали про жили синюю порту. Такой галантный, гжечный кавалер. Я бы простила Рыгору, если бы он и убивал так же галантно, но он холопом. Позвольте. Кто вы такой? А!
чего здесь? Не видите? Она немного чудачка. Пани Кульша, это не король Сах, это пан фельдмаршал Каменский. Он прибыл, чтобы полюбоваться на известную красавицу здешних мест. А король Стах, вот он, на портрете. Он совсем мертвый и никого не может убить. На, уважаемые пани. Нет. Только хлеб может чистый. На. Ну-ка, давай. Ставь. Вы, наверное, Рыгор, кучер пани Кульши. Охотник я. А здесь и кучер, и повар, и сторож. Вы с ней всегда так? А чего не отвезете лечить в губернию? Жалко. Она ведь не всегда такая. Иногда на нее находит. А так ничего. И многого не требует, только хлеба много ест. А еще бывает, за палец укусит. Дашь ей чего-нибудь поесть, она цап за палец. А вообще неплохая была пани, а хоть бы и плохая. Нельзя бросать Божью душу. Послушай, Егор, я пришел спросить тебя кое о чем. Спрашивай. Понимаешь, никогда в жизни призраков видеть не доводилось. Уж очень хочется их потрогать своими руками. А не боишься? Вон, моя хозяйка имела с ними дело. С тех пор они ей покоя не дают. А лапы у них длинные, вот и стерегу ее. Я и сам думал этих призраков потрепать маленько. Давай вместе, ежели не шутишь. Ну, а если ты, пан, обмануть меня пришел, то не жить тебе на земле. Рыгор тут никого не боится. И друзья у Рыгора есть. И стрелять я умею. Так что, ежели что, убью. Ну, а насчет того, чтобы этих самых призраков руками пощупать, то сдается мне, что они их самым что ни на есть настоящим навозом следы свои пачкают. Ну, а если так, то пощупать их можно. И не то, что рукой, а плеткой. А Надежда Виновская у вас часто бывала? Один раз отец ее отпустил. А к ночи спохватился, за ней поехал и сгинул, как сквозь землю. Ее бедненькую пригласил мой муж пан Кульша. Такому рыцарю, как вы, пан фельдмаршал, я все скажу. Сам король Стах приказал моему мужу пригласить Надежду Юновскую. Мой муж мне во всем признался. Господи, молчала бы уж. Чего языком-то молоть? Он был такой добрый. Всю ту ночь он, бедный, так плакал и убивался, что утром сам живым вознесся на небо. Утопили его в болоте. А правда, что Надежду Иновскую отец ждет, не дождется на том свете?
написали. Убит управляющий имением Игнатий Гацевич. Там, где убили управляющего, я встретил одного человека у старой каплицы. «Что вы тут делаете, пан Светилович?» – спросил он. «Еще вчерашний день», – пошутил я. «А разве можно вчерашний день найти в сегодняшнем? У всех у нас вчерашний день на шее висит», – ответил я. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду дикую охоту короля Стаха, которая пришла к нам из вчерашнего дня в сегодняшний. Чур на вас, он даже побелел. Не вспоминайте о ней. Ну, мы и попрощались, и он быстро ушел. Потом, уже на дороге, и я оглянулся и увидел, он возвращается к каплице. Меня увидел и спрятался. Кто это был?» «Пока не могу вам сказать. Подождите. Пан Белорецкий, я вас очень прошу, без меня ничего не предпринимайте. Опять вы все усложняете, вместо того, чтобы просто рассказать, что с вами произошло. Логично и просто. Распутываются тайны только в бульварных романах. А мы с вами не сыщики губернской полиции. Подождите. И слава богу. Подождите.